Сегодня, наконец-то, мы день, посвященный Дошеньке, потому что так как его день рождения выпало на обычный рабочий день, сегодня мы с ним едем по всем точкам. Едем в Билдебер, Костко покупать продукты для его партии, и сегодня приходят друзья. Так что мы проведем этот день вместе. Первая остановка. Hello there. I'm going to go for how to train your dragons. Или может быть что-то другое? Yeah, maybe. Ну пошли посмотрим. Let's go. Проходим мимо Лего, но нам не в Лего. Сегодня Лего мы проходим мимо. Yeah. Да? Yeah. Вот Билдебер. Ей. Is our cotton candy. This is our number one seller. And then we also have strawberry, chocolate, sugar cookie. Do you want to smell any other ones? Yes. Bubblegum. Bubblegum? Тянется душа. Сверху вот так одевать, будет вот так. Тебе нравится, ты довольный, твой сынок. Ну что там еще для него ты хочешь взять или все? Все, Эдошечка, ты знаешь, как этим пользоваться? Name your furry friend. Continue. Теперь мы делаем принт, нажимай. Все, ждем, пока он напечатается. Our friends. Do you like the backpack that Giselle's wearing? Whatever you decide.
Все, первая станция сделана. Едем дальше. Федошка очень счастлив. Правда, как-то странно он счастье свое выражает. Не, он чем-то, наверное, расстроен. А, ты шай. Маме и малышу. Такой красивый друг теперь у него есть. Остановка номер 2. Костка. Та-дам! Точка сделана. Такой вот тортик новый, очень вкусный. Мне кажется, будет ванила крем пафф кейк. Чипсы и тоститос, пицца. Ну, это еще для дома. Все, поехали, еще купим подарочные карты. Следующая остановка, йогурт из. Идем покупать гифт-карты для деток. Окей. Купили карточки, заправили их. Это конвертики. Все, домой.